На базе Мелеузовского мясокомбината создадут консервный цех. О таких планах сообщил генеральный директор холдинга Олег Авласевич. Производственная мощность проекта составит 12 миллионов банок консервов в год. Новый цех разместят в действующем здании цеха. Выпуск продукции намерены наладить в следующем году. Размер инвестиций в проект оценивается в 100 миллионов рублей. На нем будет создано 25 рабочих мест. Это только начало, потому что мне надо сделать консервный цех, мне надо расширить возможности по хранению продукции для того, чтобы отправлять. Ну и, соответственно, надо увеличение холодильных емкостей, да, потому что те, которые есть на сегодня, скажем так, они маленькие. Вот. Проект этот рассчитан, я его сделаю за 2 года. В следующем году я закуплю оборудование, пусконаладка, но если получится, сделаю до конца следующего года. Если нет, то ну, чуть-чуть уйдем в 2023 год. В качестве мер господдержки республика возместит часть затрат на приобретение технологического оборудования. За последние несколько лет на модернизацию Мелеузовского мясокомбината направили более 300 миллионов рублей. По итогам прошлого года предприятие изготовило 7 тысяч тонн мяса и субпродуктов. Гендиректор и учредитель комбината Авласевич также выступает владельцем нескольких компаний, среди которых Мясной союз башкирских производителей, агрохолдинга «Башкирский лимузин». Напомню, что они уже реализуют в республике 2 приоритетных инвестпроекта общим объемом инвестиций более 1 миллиарда 300 миллионов рублей.